пляж пансионата «Прометей». Тут каждому найдется дело по вкусу. Я в дайв-центр выяснить, можно ли окунуться с аквалангом в прибрежные воды. Кто-то с детьми под руководством смекалистых аниматоров мастерит гавайские украшения для вечерней дискотеки. А мои сорванцы ринулись в лабиринт. В общем, веселье на любой вкус и цвет. Приходи, выбирай. Замечательное место, где можно погрузиться, особенно мне, влюбленному в глубину, спустя 2 года, когда я не нырял. Приезжайте сюда, здесь много чего интересного для опытных дайверов, а неопытных научат плавать, научат нырять, погружаться. И детей тоже учат. Вот, курс молодого бойца. А это, вероятно, группу повезли на осмотр близлежащих рэков. Ну, дайверы меня поймут. А может, приманку на большую рыбу катают? Ладно, сейчас что-нибудь снимем под водой. Видимость-то хорошая? Так, метров 2 строим. Ты что, видно? Куда мы? Победка. Конечно, Черное море не сравнить с Красным. Ни по чистоте и видимости, ни по флоре, ни по фауне. Но, доложу я вам, человеку, влюбленному в дайвинг, это ничуть не мешает. И тут можно увидеть много чего интересного. Рыба есть. Маленькие юркие крабы, скромно выглядывающие из-под камней, имеются. А главное, есть пара-тройка метров воды над головой. Тишина и покой. А пока вы погружаетесь, как я, или греете тело под ласковым солнцем, детям тоже раздолье. Хочешь, с горок катайся прямо в набегающие волны, а хочешь, медуз лови и разглядывай. Кстати, о детях. Многим из них, в том числе и моим, хочется заниматься дайвингом. Тут почти идеальное место для начала, ибо глубины небольшие, для первого раза не страшно, и инструктора хорошие, расскажут, покажут и ласково погрузят. Thank you.
абсолютное ощущение, как будто был город. Вот эти ровные стесанные камни, которые не можно просто так. Заходим, обходим этот риф, идем 4-метровый Наполеон. Ёлопа! Ну, обнять, ни у кого камеры нет. Сильно позавидовав тому, что я нырял и видел рыб, Гера и Макс решили тоже развлечься с маленькими представительницами водного царства. Я же, созвонившись с супругой, решил прокатиться в одно очень интересное местечко, которое находится в непосредственной близости от Прометея, всего в нескольких километрах, не доезжая до Туапсе. Времени до отъезда было еще предостаточно, и отказаться от посещения легендарного места я никак не мог. А едем мы сейчас на Киселеву скалу, знаменитое место, которое в великом фильме «Бриллиантовая рука» была обозначена как «Белая скала», у «Белой скалы». Они должны были поехать рыбачить на черные камни, а предложили порыбачить у «Белой скалы», на которой Лёлик обещал клёв. Раз уж здесь приора прошла, то нам-то тут нефиг делать, прокатиться. Святые киношные места пользуются популярностью. Сюда приезжают люди отдыхать и наслаждаться видом. Осталось всего каких-то 20 метров. Пойдем. Я уже вижу море. И вижу знаменитую скалу. Сразу совет. Если вы соберетесь приехать в это дивное, красивейшее место, вот такая обувь типа сланцы, шлепанцы и все подобное здесь не прокатывает. Хоть и хочется наслаждаться, хочется купаться, веселиться, здесь надо иметь нормальную спортивную обувь. Тогда проблем со спуском с этой скалы не будет. Верьте мне. Прав был Лёлик. В Белой скалы клёв будет. И он есть. Потому что здесь ой как клёво.
если каждый из нас, проходя по красивой тропинке, хотя бы поднимет хотя бы одну бутылку или одну брошенную пачку, то наш Россия будет гораздо чище. И мы сможем узнавать места, знакомые по старым фильмам. Ну, как, например, «Белую скалу» из «Бриллиантовой руки». Если вы это сделаете, я скажу вам персональное спасибо. Унося собранный мусор, я отправился обратно, а Макс тем временем принимал процедуры в кедровой бочке. Даш, если буду так каждый день, то у меня быстренько раз-два и горло пройдет. Буду нормально говорить, ладно. Зарядную еще будешь, пожалуй.